В Заволжском районе Твери осенью демонтируют трамвайные пути 5-го маршрута. Речь идет о двух участках улицы Благоева и участку улицы Горького до Артиллерийского переулка. Трамвайные пути будут убраны в связи с предстоящим ремонтом двух дорог. На Благоево рельсы и шпалы должны убрать в срок с 21 октября по 30 ноября текущего года, а на Горького дата начала работ пока не определена. На месте трамвайных путей обустроят дорожное полотно, щебеночный слой, зальют двумя слоями асфальтобетонного покрытия. Гарантийный срок ремонта двух дорог составляет 5-6 лет. Все работы планируют проводить без перекрытия дорожного движения.